В прошлом месяце мы сообщали о том, что в группе Dawes International грядут перемены. Если вы помните, Рано Умарова объявляла кастинг, чтобы обновить и пополнить пустеющие ряды некогда популярного гёрлс-бенда. Позади целый месяц поисков, и мы решили поинтересоваться у продюсера, как обстоят дела с новыми солистками. В телефонном разговоре Рано поведала, что состав почти укомплектован, однако ей нужна еще одна солистка. Специально для этого Умарова продлевает кастинг до конца января. Так что если вы девушка, хорошо поете и неплохо танцуете, а значит, подходите к критериям продюсера, спешите на встречу с Рано. Быть может, именно вы новое лицо Dawes International.